На примере этого маленького кустика я покажу, как обрезается на рукава. На рукава обрезается произвольной длины. Вот, к примеру, для того, чтобы расположить по этой шпалере, по нижней проволоке, равномерно все побеги. Вот, к примеру, вот так вот. И это сюда. И вот. Если их подвязать, они будут примерно равномерно распределены. И весной из них будем выращивать по два побега из верхних почек. И, собственно, будем формировать плодовые звенья последующие. При обрезке куста на рукава иногда приходится использовать вот, допустим, такой вот мощный побег есть. Я хочу его загрузить больше. Обычно рукам загружается два побега строго. Или уже ориентируемся по толщине. Средняя толщина два побега, тонкий один побег, а толстый три побега. Я поступаю так, таких еще случаев. Отрезаю, сколько надо, считаю. Вот мне надо три побега. Раз, два, три. Раз, два, три. С запасом и уже делаю метку изоляционной ленты. Это метка для меня. Я точно буду знать, что вот мне тут надо вырастить три побега. Там уже два, один. По усмотрению.